Чук это запасной вратарь. Да, правильно. А Ковалец сказал, не надо цирк делать. Но что сказать, вот игра сейчас закончится. Я удовольствие получил. Ну, хорошая игра, вот этот конечно. Последний момент удовольствия тоже. И главное, что даже у проигравших хорошее настроение. 4-2. Махмутов обманул. Но я не знаю, как судья поступил бы, но в этом случае, наверное, надо было бы давать перебивать вратарь. Мяч забил Эмин Махмудов, что он не имеет права делать. Он может вправо, влево двигаться по линии ворот. Смотрите. Во время удара он где находится уже. Но обман какой, а? По центру практически. По центру, да. Ну, вообще, я из пенальти помню... Паненко забил в 76-м году, но это вот был аналог того, что потом, повторяю. Да. Это когда Майер, вратарь, за